Тех, кто стал ярым фанатом рыбных деликатесов, у торгового центра «Премьер» с каждым разом все больше. Это и неудивительно, знают, куда идти. Известие о прибытии в Рязань выставки продажи икра и рыба «Камчатская» горожане уже ждут с нетерпением. Я за икрой, я не за рыбкой. А почему именно здесь решили купить икру? Ну, потому что она привозная, нормальная. Вкусная? Ну, я считаю, что да. Чего-чего вот нравится. Я ее беру часто. Мне по вкусу она нравится. Любую. О, очень нравится. Именно здесь нравится? Да, здесь. Потому что здесь свежие. Белорыбица, омуль, чевыча, нерка и многое другое. Настоящее раздолье для ценителей качества и вкуса, включая красную икру высшего сорта. Все богатство Камчатского края. Экологически чистая продукция. Я уже не первый раз здесь беру. И в том году. Ну, отличается, вкуснее. Намного. Мне нравится белорыбица. И цена нормальная. А я всегда сюда хожу, как они приезжают. Я беру белорыбицу. Мне нравится очень. Ну, вообще морская рыба полезная. Там омеги-3 сколько. Мне очень нравится. Очень вкусная. Здесь рыба очень, я всем советую. Как говорят сами рязанцы, эта выставка привлекательна, потому что любую рыбку или икру можно попробовать, оценить вкус и качество самостоятельно. На прилавках представлено несколько десятков видов рыбы, так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Выставка продажи икра и рыбы «Камчатская» расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Она проработает до 3 декабря включительно.